Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня играем в Trader Life Simulator. Будем продавать что-то сегодня. Не знаю, что это за игра, то есть здесь что-то написано, что очень овер до хрена всяких приблуд реалистичных и всего, чего только можно. Чувствую только, ну, понимаю только, что здесь огромная чувствительность у мышей и больше ничего. Поставлю вот на такой вот чувствительности, да, наверное. Хотя здесь вертикальная от горизонтальной, по-моему, очень сильно отличается. Так, ну, понятно, что ничего не понятно. Игра идет аж в 200 FPS, и не знаю, как она будет работать, и как и что дальше будет с этим видосом, не знаю тоже. Что это за пипочки, которые висят всюду? Кто такие умывальники делает? Я не понимаю, что это за комната. Тупо с умывальником или что? Смотри. Урина, диртинес, хангер. Короче, я грязнею, я ссать хочу и голодный. Пустые у меня комнаты. Видать, я все настолько хорошо наторговал, что все продал из своего дома. И больше у меня ни хрена нет. Так, а я могу бегать. Пойдем вниз. На кухне только у меня что-то есть. И это хоть меня хоть чуть-чуточку дорадует. Здесь и яйца. Очень вкусные. Вкусный, наверное, вкусный завтрак. Так, что? Что мне нужно? Что от меня требуется вообще? F-Interact. Возьми машину и давай в этот свой магазин. 700 тысяч долларов он стоит. Что-то там непонятно, что дальше с этим делать. Закрыли дверку. Press M to open the map. Хорошо, давай. Кар-механик. Это что, реклама игры, что ли? Где я нахожусь сейчас? Я не вижу. А, вот мой дом. Мне нужно в мой магазин. У меня моя видеокарта сейчас охеревает просто. Она же в настройках не лочится FPS-кой, и поэтому она на максимум старается. Твой магазин — это зеленка вот эта вот. То есть мне прямо и направо нужно. Понял. Не забывай проверять свою машину статус нажатием на Е, пока ты смотришь в машину. Ладно. Я у горы живу какой-то. То есть топливо 100, масло 100, ремонтоспособность, точнее ремонт не нужен. Close. Ну погнали. Нам нужно прямо и направо. Переключайся. Сцепление сожжешь. Или что здесь можно сжечь? Стоять! А что у меня панель вся дергается? Суету наводим. Я не понимаю просто, как управлять этой машиной. Мужик, здорово. Бляха-муха, ничего себе ты машина. Так, а мой магазин где сейчас? Мой магазин, получается, вот где-то здесь, да? Да. Ну, оставим машину где-то здесь и пошли. Ничего страшного жить. Никому она здесь не мешает. Блин, гориллы одни, смотри. Магазин открыт. Нажми на Q, чтобы расположить фурнитуру. Без проблем, хорошо. Привет, фурнитура. Тут горилла другая нарисована. Рабочий, дикий, руки, продавец, процесс. Ты просто имеешь собирать деньги из кассы. Хорошо, можно как-нибудь кнопками это все нажимать? Нет денег для собирания? Хорошо, нет денег, так и нет. Нажми на Q, чтобы самое. Давай вот, блин, вот чувствительность полезная. Это вот чувствительность у мышки. Но если я с такой чувствительностью буду играть, это вообще дичь. Рак. Что за рак? Лаптоп, туалет и стол. Ну давай стол расположим вот где-то. Подожди. А зачем мне нужен стол для начала? Я на него буду что-то класть или он будет просто здесь стоять? Просто если он будет просто так стоять, то он мне нахрен не уперся, если честно. Стол-то ваш. Пусть стоит. Не криво? Да вроде не очень. Добавить инвентарь. Продать за 125. Чего? Чё сделал-то? А где инвентарь?
Это мой инвентарь, что ли? Ну, видать, да. Ладно, давай мы поставим вот здесь вот стол, потому что денег у меня не забирается. Это что такое? Начинай распаковывать гуцы нажатием на F, пока выглядишь, смотришь на коробки. Хорошо. Посети жабершоп для... А, туристок. Непонятно, что такое. Чего? Не понял, чего? На, мужик, продавай. Place. Все, нахуй. Покупайте. Это Head and Shoulders, что ли? Клин. Угу, понятно. Так, О, купулин продал, смотри-ка. А ты не можешь держать два объекта в твоих руках. Блин, откуда ты взялся? Я тебе еще сейчас продам. Чувствительность дикая, но в этом плане ничего страшного нет. Ладно, я привыкну. А можно мне сюда этого, как его? Товарища, который будет мне раскладывать товар. Это что такое? А, Fire Dent. А, это типа для зубов, я понял. 12 часов время. Так, я, наверное, сделаю вот так. Слушай, в магазине работать очень тяжело. Покупайте у меня все шампуни, все, которые вам нужны. Блин, слушай, а можно положить обратно, и я это самое... Положи. Это что такое? А это... чипсы, что ли? Да, это чипсы. Деньги зарабатываются. Деньги зарабатываются, а это значит, знаешь что? Это значит, что мы будем скоро богачами просто... Богачами. Мы будем богачами, тем более с такой, с таким расположением товара. Вот сюда вот положи. Вот так вот. Вообще отлично. Так, дружище. Я мужика, что ли, забрал? $52 забрал, и я теперь богатый. Пойдем вот сюда. Используй лаптоп для сейва твоего прогресса. Хорошо, у меня... А, у меня есть лаптоп, да. Привет. Ты тоже яйца продаешь? То есть хот-доги написано. В конце-то концов. Один обман кругом, честное слово. Он продает яйца. Что-то они все одинаковые здесь ходят. Так, здесь банк, здесь где-то должен быть жаба-магазин. Жаба-магазин где? Жаба-магазин у нас жабершоп. Жабершоп. Ох, как он далеко. Это мне надо на... выехать, потом направо, потом налево, и тогда я буду там. Понял. А зачем только, ни хрена непонятно. Так, дружище, ты пока тут в это, в, раздавай пока это самое, чтобы я был спокоен. Продавай товар, я сейчас разложу немножечко на стол, чтобы он, ну, типа, лежал. Пусть будет. Вот так вот я наставлю сюда вот все вот эти вот шляпы, которые вот она всем нужна очень. Мощи и средства там, вот эти вот, вот все приспособления для душа, для души и для всего, для жопы, для рук, для ног. Короче, мыться которыми. Давай вот это выставим, товар. И вообще будет отлично. А здесь на что? А, положить можно? Нет. Это что такое у нас? Это аккумуляторы продаются? Или что это? Это Fresh Herbal Drinks. А, это питье. $36 collected. А, погнали. Ой-ой-ой. Поехали мы в... Как его называют? В магазин, который нам сказали съездить. Ты не перепутал ничего, дружище. Тебе не кажется, что я машина, а ты человек? Но мне кажется, что это наоборот выглядит немножко. Он таранит машину, понимаешь? Он таранит машину. Ему все равно, он ее отталкивает.
Немножко подергивает с ним изображение, но мы не будем на это обращать внимание. Газ, заправка это вот здесь, я понял. А здесь заворачиваем налево. Тормози, собака такая. Заворачиваем налево и едем вон туда. Можно как-нибудь вид переключить, чтобы я это самое... чувствовал себя комфортнее, что ли. Потому что в виде из-за руля и вообще мне неудобно ездить, потому что, ну, блин, управление еще такое поганое. Тормози уже, елки-палки. Выходи. Нам сказали в жабершоп зайти. А, это... А, йогурт. А, снизу слева написано. А, пища для животных. Тисуе. Чай. Айскрим бакеты. Вегетаблс. Блять, ты что делаешь-то? Чем меня пугаешь? Орангутан. Софтинер. Туалет клинер. Вошинг повдер. Хэндвош. Шампуни, блечи, клининги, спрей. Чё это такое у тебя? Андулин. Нихрена себе андулин продаешь. Оливы, кукиноилы, шоколады, рис, опа, страубери, бисквит. Беру. Беру, пойду в машину брошу. Шоу, плейс, опен дор. Можно так, нет? Наверное, можно, хрен его знает. О, open door. Вот как можно. Все, сейчас погрузим и поедем. Постой, подожди. Не стучите колеса. Кола, яйца, вегетаблы, милки. А милки мне не нужны. Айскрим бакеты хочу. Пойду айскрим бакеты буду продавать. Потому что могу. Вот и все. Вот так положим. И еще третью коробочку забацаем, чтобы... Давай йогурты. Йогурты будут у нас. Йогурты будем продавать. Как тебя закрыть? Закрыл. Заебись. Так, нормально. Не сломалась. А живая, целая машина. Да, разворачивайся. Поехали. Ну, сейчас я выйду, посмотрю. А, не выпала коробка там, нет? Ничего не выпало. Значит, смотри, мы сейчас... бизнес-план. Покупаем дешево, продаем задорого. Вот и все. Обычные спекулянты, короче. Мы... Жух, блин, ничего себе. Вот это мы гонщики. Угу. Может, машину какую-нибудь другую мне, нет? Значит, смотри, сейчас доезжаем до этого, разгружаем все йогурты, которые у нас есть, и разгружаем эти, кого мы там еще продаем. Я забыл, кого мы продаем, если честно. Так, я смотрю, здесь не сильно кому-то нужно там, как это сказать. А, понял, тут можно не открывать дверь, можно просто класть. Так, я смотрю, ты все продал, дружище, молодец. Сейчас мы с тобой... Блять, машина не может пройти, смотри. Ну, что я с тобой могу сделать? Ну, стой. Карауль машину мою. Ну, возьми ты. Ага, молодец. Главное, чтобы он мне не сломал, пока я хожу. Догадался отойти, в конце концов. Смотри, взять из этого, из того самого... А оно не растает, интересно? Наверное, не растает. За 15? Что-то я за бесценок, по-моему, продаю. Вообще не в плюс. Надо поровнее класть, чтобы люди смотрели и говорили, ой, как красиво у тебя здесь все лежит. Блять, ну... Я ж не виноват, что тут все так криво изначально. Айскрим и бакеты мы кладем вот сюда. Давай вот сюда вот наложим. Почему-то это провалилось вниз. Они разные, что ли, получается? Это меня обманули, получается? Так. Да положись ты, в конце концов. А, ну смотри. Бизнес сейчас пойдет в гору. Мы сейчас все напродаем.
и за дорого. И получится, что мы будем с огромной прибылью. Потому что у нас магазин самый популярный в этом районе. Потому что здесь других-то особо и нет. Есть только поставщик, есть я, спекулянт, и есть вот эти вот машины-покупатели. Вот. В целом, игруха — огонь. Тут написано было про какую-то, как ее, конкуренцию, но я ее особо сейчас не вижу. Видимо, это из-за того, что это начало игры, и, в принципе, здесь как бы ничего там... как со мной конкурировать, если я еще не научился играть? Так, что ты тут насобирал? Опа, $314 у меня есть. Еще я хочу... Это ночь, это что-то там на-на-на-на. И что? Шоп клозит. F-драйв. Ну, погнали домой. По встречке. Я так понимаю, здесь нужно прям вот реально играть. И реально прям, чтобы прям вот закрывать, там не закрывать. А фар можно включить как-нибудь, нет? Ой. Наверное, нет. А, можно. Лэ, блядь. Что тупорылый. Охрененный город. Один магазин. Один спекулянт. И один поставщик. Пойдем спать. Правда, нам не на чем. Ну, получше я могу сделать. Холодильника даже нет. Но у нас есть еда, которую я не могу есть. Почему-то. Почему я не могу есть еду в своем доме? Это несправедливо. Хангер, блин, 51. И что я могу сделать с этим хангером? А можно как-то научиться мыться, руки мыть, жопу мыть, там, не знаю. А, у меня есть лаптоп же, ёлки-палки, смотри-ка. Туалет есть. Рак, я не знаю. А, это рак, это стеллаж. А лаптоп давай расположим вот здесь вот где-нибудь. Зашибись. А, может быть, использоваться для платы чего-то там и managed game saves. Итеракт F. Save game. Билсы. Нету билсов. Непонятно ничего. Лаптоп у тебя можно как-то... Можно покупать что-то хотя бы для себя? Я не знаю, мебель-то можно купить? Или это мне надо в какой-то особый магазин идти, чтобы это сделать? Просто я не могу ни поссать, ни посрать, ни по это самого. И получается какая-то... Не это, несправедливость. Туалеты у нас нынче не подсоединяются. К чему? И можно просто так не уходить. Can be used to urine. Итеракт. Итерактировал. А вот с этим итерактом нельзя делать ничего. Понимаешь? То есть я загрязняюсь. Я становлюсь грязным. А сделать ничего нельзя. Даже вот тут вот раковины, я с ней не могу итерактировать. Я на все тут на F-ом уже понажимал. На все. И ничего не помогает. Кстати, да. Я большой молодец и не выключил фар. А вот если вдруг... Стой. Чего? Это хоррор какой-то. Ты чего... Ты это самое это... Дышишь так тяжело. Это что сейчас было? Я вообще не понимаю просто управления и сути управления. Можно выйти в дверь? Нет, нельзя выйти. С управлением здесь абсолютно непонятно вообще. Честно слово тебе говорю, непонятно, как здесь вообще жить, как с этим жить, как с этим бороться. Куча розеток, как спать непонятно. Как, где спать тоже непонятно. Что делать тоже непонятно. То ли я скачал какую-то неправильную версию этой игры, то ли я дурак. Вот и все. И закрыть дверь даже нельзя. И что? Что я должен сделать-то? Чего? И ты не имеешь телефон. Я даже телефон не имею. У меня есть фонарь. Огнище, понимаешь? У меня есть фонарь, и это очень-очень здорово. А здесь есть магазин, типа... Твой магазин. А, вот тут можно мобилку взять. А вот тут можно мебелину взять. Понял.
Но они сейчас все закрыты, поэтому я ничего сделать не смогу, да? Ну да, а один хрен, если здесь толку делать нечего. Даже помыться не могу. В раковине жопу помыть не могу, понимаешь? Вот до чего дожили. Ладно, погнали. Да, в пизду. Сломаю и сломаю, ничего страшного не случится. Беречь все это тоже не очень правильная тактика. Фары, конечно, отлично светят и очень полезны мне сейчас. Best Burger. Ой, не настолько хотел повернуть-то. Давай мы поедем вон туда. Автосейв. То есть, а лаптоп-то я забыл. Лаптоп-то я забыл. Ума-то много не нужно. Тихо. Тихо. Мы переждем вот здесь. Опять же, я тупанул и не взял с собой ноутбук. Вот это вот моя была оплошность номер один. Ну, так как... Что такое? Рот клозит. Смотри. Мы сейчас дожидаемся... Как это называется? Нельзя сесть в машину. Дожидаемся утра, которое же, в принципе, наступает. Смотри, уже как бы светлеет. А так как светлеет, мы можем уже взять и это самое. Что я хотел сказать? Так как светлеет, и мы можем спокойно взять и... Вот это вот этот... Блять, извини. Купить сейчас себе мебель, которая нам необходима. Слушай, а ты вообще здесь? Как? Пожрал у него. Сколько он с меня взял, я так и не понял. Это что здесь такое? Газовые баллоны какие-то. Что это? Это что? Угу. Это непонятно что. Это сзади магазина есть какое-то помещение, что ли? Или непонятно? У меня есть выносливость. А где она у меня есть? Подожди, закрой дверь. Подожди. Открываем магазин, потому что мы можем. Где мой продавец? Почему мой продавец еще до сих пор не это? Не пришел. Я здесь уже устал жить. No money to collect. No money to collect. Это грустно, это очень грустно. Йогурты, туспаст, тисуи, кофе. Пойдем кофеек поставим вон туда. Ну, чтобы было. Всякое, знаешь, разнообразие какое-то. У меня 249 долларов. В принципе, я думаю, на них ничего хрен что купишь. И в целом-то я даже не знаю. Просто дождаться, возможно, автосейва. И закончить на этом. Потому что, как бы, дальше-то дальше больше. И дальше нужно прям играть. А время-то уже подходит к концу. И, соответственно, играть у нас сейчас не получится. И все, в принципе, все. А я знаю, что сделать надо. Надо поехать домой, сохраниться и закончить. Ну, потому что все. Потому что все, сейчас как бы магазин нужно открывать. Я его открыл. Это какое-то вообще нереалистичное управление. Она вообще неправильно работает. То есть я поворачиваю руль, а она не туда едет. Хотя это, наверное, я просто дурачок. Немножко неправильно управляю автомобилем. Смотри, значит, заканчивай движение. Выходи. Бери лаптоп, который у тебя лежит здесь, ноутбук. И... Как интерактировать-то? F-Interact. Save game. Done. И в целом давайте на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Возможно, продолжим, возможно, не продолжим. Еще никто не знает. Потому что как такового результата мы сейчас не добились. И, наверное, нужно будет еще одну серию отснять. Заканчиваем на этом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, ждите новых серий, ждите новых видео. Всем пока.